Ну и как давно тебя кидает по параллельным вселенным? С тех пор, как ты мне принес посылку с волшебным пультом от Ава Сити. Вам посылка с Ава Экспресс. Пульт? Да, беда. Новости на сегодня. Промокода вирусом заражаются все больше и больше людей. А теперь о погоде. Сегодня солнечно. Но, зараза, холодно. Нет, меня это достало. Согласен. В такую погоду баклажаны нормально растить не могут. Да и вирус задолбал. Ну и это тоже. Я валю в Нарнию. Так, стоп, ты куда собрался? Чай вроде ромашковый. Ладно, я пошел. И это точно чай? Хочешь новые функции в аватарии? А может, ты хочешь видеть обновление со свадьбой? Данный сервак обеспечит тебе все твои возможности. Ссылка в описании. Мур-мур, котяточки. С вами новый блогер Мандаринчик. И сегодня у нас нетипичный конкурс красоты. Да шучу я, блин, это Князич, Павел Князич. И да, играю я через Мандаринчика. Будем искать парня для Мандаринчика, а то она уже совсем охренела и решила проводить конкурсы красоты. Да ей просто мужик нужен. И поэтому я ей помогу. Ну и ты тоже помоги, подпишись на мой канал, поставь лайк и напиши там любой комментарий. Мне будет приятно, Мандаринчику будет очень приятно. Ну а мы начинаем. Все, давай тебе капать парней. Будешь парнем? Не буду. У меня богатый папа. А у меня мама. Ну вот, тем лучше. И алименты платить легче будет. Какие алименты? Ну там, огонь, вода. Я сам огонь добываю и платить не буду. Бог огня. Как его там звали? Не помню. Гефест? Гефест, пошли на свидание. Ты откуда? От верблюда. А ты? Я из ОАЭ. О, так ты шейх. Забери меня в свой гарем. Тем более мы похожи. Ты из ОАЭ, а я от верблюда. Не очень далеко ушла. У нас тут мегаполис, а не пустыня. Да я дред твоя налево, пацан, не ломайся, пошли в кафе. У меня жена, я ее люблю. Да похрен, когда тебя еще мужик через бабу на свиданку пригласит. Ты мужик? Приятно познакомиться, я Вика. Так у тебя жена. Так мы лесби. Куда мир катится? Девка через мужика играет, кобздец. Вай-вай, какой мужчина. Я к тебе. Будешь мужем? У меня вевушка есть. Да и хрен с ней, эта коза тебе ни хрена не подарит. А я подарю. Что, например? Випу. Могу показать. Да хватит там своей любовницы строчить. Смотри випу. Все, бросай свою козу. Ну шо, я лучше? Хорошо. Я на свадьбу могу подарить его. Давай поцелуемся, у меня губища слишком большие, надо куда-то их энергию деть. О, зашибись. Все, я парня нашел. Чувак, какой ты быстрый. Я тебе еще не успел предложить, так ты уже целуешься. Да опять ты своей любовницы строчить. Скажи, что ты ее уже бросил. Мандаринчик тебя увел. Это все от моей неотразимости. Ну кто перед такой стоит? Да никто. Даже девки. Куда ушел, блин? Все, зашибись, блин. Я же сказал, это все Мандаринчик, это все сила красоты Мандаринчика. Да хватит уже строчить в своем телефоне. Да напиши ты ей уже, что Мандарин тебя увел. А у тебя, кстати, кольца есть? Нет. Так покупай! Я только со вчера играю. Да мне похрен, хоть сегодня родился, ты мужик или нет? Ты должен! Я деньги зарабатывать.
Вот и правильно, потому что ты мужик. А я борщи варить пошла. Хотя вообще похрен, пусть сам готовит. А у него даже кухни нет. Вот где все это мыть? Где ему борщи-то готовить? В спальне, что ли? Или в туалете? Поджечь унитаз и как на газу готовить? Что-то он вообще заработался, надо бы его позвать. Ты где там ходишь, ядрить тебя вдышло? Я тебе борщ тут на унитазе сварила. Работаю. О, явился ядрить твой налево. Ну все, жри. Так куда побежал? Давай что ли помолвленными будем? Ах вы твари! А как же равенство? А почему девки не могут предлагать? Ну что делать будем? Хз. Есть варианты. Ну, станцевать ламбаду можно. Кстати, сколько тебе лет? Мне 20. А в жизни 8 годов. А тебе примерно столько, я понимаю. Мне 13. Ёкарный бабай, на кого я свои молодые годы трачу? О, мажор, так он у нас мажор. Будешь парнем? Да нет, не буду парнем. Козёл! Я нечаянно его встретил. Ищу парня. Не верьте мандаринке, она на вас кинет. Козлина, ты вообще только за VIP согласился. Мандарин ищет свою вторую половинку, жми 6. Миша. Эй, Миша. Эй, Миша. Что? У тебя такие красивые брови, как у Брежнева. А-а-а! И что? А еще ты красиво кричишь. Ну, спасибо. Есть за что. А знаешь, что еще красиво у тебя? И что же? Нос. И ты ничего. Ой, Беляш, с этого и надо было начинать. Привет. Так, девушка, встаньте в очередь. Чё, вы чё? Да не обращай внимания. Это моя страшная подруга. Страшная? Ну да, я с ней хожу обычно. Чтобы на ее фоне быть бомбой. Ясно. Пасмурно. Будешь парнем? У меня VIP есть. Пошли ко мне поговорим. Оу, май, так у нас намечается романтический ужин. Ну так что хотела? Ну, тебя! Елисавета твоя подруга? Не будем говорить об этой курочке. У тебя есть такая курочка, как я. Тебе вполне хватит. Или ты тоже из Арабских Эмиратов? В смысле? Гарем строишь себе? Нет. Ну вот пошла она нафиг. Так ты меня в кафе сводишь? Ну она моя подруга. Близкая. Ну и ладушки, а ладушки, а в кафе сводишь? У тебя VIP есть? Конечно есть. Думаешь, я бздю? Ну просто как-то не верится. Все, доволен? Ха! А сейчас в кафе сводишь? Чё? Чё? Это как понять? Девка, будешь девушкой? Ага. Я буду! А то мой бывший канул в небытие. Вот еще разнообразие. А что только обнимашки? В губы целуй! Расслабь меня, девочка! Контрольный в губы! В мои сочные губы! Я к тебе. Я к тебе. А ты чё, кто вообще? Ты кто? Кекс. А я торт. Ха! Ядрить перекоптить. А это кто? Сквидер, ты что-то попутал. Вы что-то все тут попутали. Вау! Слушай, вроде не лето. Кекс. Торт. Маффин. Хренафин. Ты чего? Говнолич. Чего? В смысле, куда ты делась? Так, опа. У тебя тут что-то слишком пусто. А что делать будем? Ой, а это зачем? Лады, давай поцелуемся, и я нафиг пошел. Мандаринчик понравился всем, мандаринчику никто не отказал.
за исключением того чувака, который из Эмиратов. Ну а так, подпишись на мой канал, нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На бункер Князича тоже подпишись, ссылка в описании, поставь лайк этому видео, поделись им у себя на странице и не забудь оставить комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Вот и все, теперь вы можете насладиться лучшими комментариями под прошлым видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я пошел баклажаны продавать.